Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Меня зовут Иерей Дмитрий Чеботарев. Я являюсь клириком Свято-Дмитриевского храма, который находится на территории второго христианского кладбища, одного из самых больших, исторических и со своей судьбой и интересом кладбищ. В то время, когда весь христианский мир, все православные на всем земном шаре приветствуют друг друга «Христос воскресе, воистину воскресе», делятся радостью пасхальной со всеми живыми людьми, всеми знакомыми, Святая Церковь поставила в правило и в традицию, чтобы мы не поминали, но мы делились радостью не только с теми, кто окружает нас, но самое важное, с теми, кто ждут этой радости. Это наши усопшие сродники. И вот не зря именуется этот праздник Радоница, потому что мы радуемся о воскресшем Христе и делимся с этой радостью с нашими усопшими, теми людьми, которые ждут пасхальной радости и ждут этих поздравлений. Поэтому во вторник, по традиции, все, кто имеет возможность, силы, идут на богослужение, чтобы помянуть своих сродников, и расходятся на могилки для того, чтобы их вспомнить и поубирать могилы. Но по той причине, что все мы работаем, у нас не всегда есть возможность прийти именно во вторник, большинство людей приходят на выходные, субботу или воскресенье. Нужно понимать, что самое важное для них, для умерших, это наша молитва. Это как мы будем их поздравлять с и христосоваться. И это в первую очередь. Конечно же, мы не можем прийти их поздравить, когда могилка будет грязная или же не убрана. Второе, мы должны ее поубирать, привести в порядок. И на этой же могилке, где мы будем своих сродников, с ними прочитать молитву, похристосоваться. Если кто-то хочет помянуть, это поминовение должно проявляться именно в молитве и именно в вспоминании их добрых дел, их жизни. Все остальное – это поминовение через спиртные напитки, через еду, которую, к сожалению, мы оставляем мусор после себя, через смех, через разговоры. Это все чуждо христианства и православной веры. Поэтому, дорогие мои, давайте радоваться о воскресшем Христе вместе с нашими усопшими сродниками в молитве, в порядке и, самое важное, находясь на этом святом месте, где покоятся прах и тела наших сродников, проявлять свое христианство. А это именно молитва, уборка и вспоминание о их доброй жизни.